Всем привет! Добро пожаловать на канал Imagine Fitness. Меня зовут Юлиана, и сегодня я проведу для вас суперактивную жиросжигающую тренировку. Давайте начинать! Итак, мы начнем с вами с разминки. Еще у нас будет основная часть и заминка. Поехали! Делаем глубокий вдох и выдох. Снова глубокий вдох, больше амплитуда, выдох, еще два. И еще раз вдох и выдох. Давайте, круг плечами назад, разминаемся. Еще 4, 3, 2, добавили руки, 8, 7, хорошо. Еще 4, 3, 2, сзади стоп, спиной работаем, разминаемся, выдох, вдох, 4, 3, 2, хорошо, спереди стоп, округлить спину, потянуться вперед, дышим, вытягиваемся, вверх, и сбросили, отлично, стопы делаем чуть шире, вытягиваемся вперед с ровной спиной в параллель с полом. Отлично, опустились вниз, потянулись в середину. И начинаем понемногу пружинить. Обратите внимание, что у нас стопы параллельно друг к другу. Небольшая амплитуда. И каждый раз мы чуть ниже садимся. Еще 4, 3, 2. Отлично, снова в середину. Стопы вместе. Ладони поставьте на бедра. И правая нога, носок на себя. Попружинить. 4, 3, 2 и меняем. Угу. Еще 4, 3, 2. Отлично. Стопы вместе под коленками замок. Потянулись круглой спиной вверх. Отлично. И поднимаемся. Супер. Размялись. Основная часть. Поехали. Прыгаем. Стопы вместе брось. Живот подтянуть. Активно. Еще. Еще. Доделываем чуть-чуть. 4, 3, 2, стоп. Чуть уже поставили стопы. Вес тела переносите на пятки. Колени мягкие. Мы поехали опускать таз вниз. Приседаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вниз, вниз, выдох. Вниз, выдох. Еще. 4, 3, 2, есть, внизу добавляем 3 пружины, выдох, 3, 2, 1, выдох, еще, 3, 2, 1, внимательно, вниз, мах, вниз, подъем, вниз, поменяли, вниз, подъем, вниз, правой, вниз, вверх, вниз, левой, продолжаем, еще, давай, оп, выдох, вниз, фу, вниз, выдох, еще, фу, выдох, ага, последний раз, правая и левая, внимание, оп, вниз, фу, еще, еще, 4, 3, 2, супер. И чуть отдохнули. 4, 3, 2. Оп. И в сторону. Вместе. В сторону. Вместе. Угу. Еще. 4, 3, 2. Один. Чуть усложняю. Вверх. Вверх. Чуть-чуть осталось еще. Дышим. 4 раза. 4. 3. Еще 2. И 1. Фу-фу. Пам, пам, пам. Активно, активно, активно. Перескоком. И 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Чуть-чуть. Сейчас то же самое упражнение на левую ногу.
Приготовились. 3, 2, давай. Оп, сюда. В сторону. Вернуть еще. Продолжаем. 2. И готовы будем усложнять. 8. 7. Еще. Выше колена. Отталкиваемся ногой от пола. Пяткой от пола. 2. Ага. И последний. Оп. Стоп. Прыгай. 3, 2. Стоп. Вдох. Хорошо. Если вы уже чуть-чуть устали, можно сделать пару глотков воды. И продолжаем дальше. Стопы мы поставили на ширине тазобедренных костей. И с прямой спиной у нас наклон вниз. Вдох, выдох. Стопы на ширине тазобедренных коленей. Мягкие, спина ровная. Вдох, выдох, вдох, выдох. 2, 1. Добавьте 3 пружины внизу. 3, 2. Выдыхаем. Тут мы чуть-чуть сейчас как будто бы отдыхаем. И будем усложнять. Внимательно. Вниз. Планка. Вниз. Вверх. Коснулись. Планка. Ху-ху. Еще. Вверх. Только начали. Еще 4 раза. Также. 3. Фух. 2. И последний. И внизу мы остались. Стоим. Дышим. Я чуть повернусь. Вы стоите. Продолжаем. 4. 3. 2. Колено. Груди. Груди. Ага. Еще. Таз не задирать. Ровно корпус. Давайте темп. Фу-фу. Ага. Еще. Еще. Бегом. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, стоп, возвращаемся. Первый круг есть, у нас еще один. Чуть усложним его тоже, поехали. Итак, второй круг, мы начинаем так же. Стопы у нас чуть шире плеч, носки развернуты по углам, колени мы ведем за носками. Начинаем приседать вниз на темп сразу. Вниз, выдох. Вниз, выдох, вдох, фух, еще, 4, 3, 2, и внизу также 3 пружины, 3, 2, вверх, 3, 2, вес тела переносите на пятки, мы садимся как будто бы на стул, усложняем, вниз, колено, вниз, вверх, вниз, колено, вниз, вверх. Продолжаем. Фух. Ага. Вниз. Колено. Сели. Встали. Еще. Фух. Выше. Давай. Пам. Еще. Вниз. Фух. Отлично. И оп. На каждый. Вниз. Колено. Вниз. Колено. Давай, давай, давай еще. И фух. 4, 3, 2. Да. Стоп, встряхнуть ноги. Это еще не все, у нас дальше выпады назад. Все очень активно, в темпе почти без остановки. Поехали. Шаг вниз, вверх, вернуть. Правой, вернуть. Еще. Ага. Продолжаем. Шаг вниз, вверх, вернуть. Шаг вниз, вверх, вернуть. Пам, пам, пам. Меняй. Оп. Супер, молодцы. Шаг вниз, вверх, возвращаем. Вниз, вверх, возвращаем. Еще 4 раза. 4. 3. Ага, 2. Отлично. Пам, пам, пам. Стоп. Правой вниз, вверх. Шаг вниз, вверх. Шаг вниз, колено. Шаг вниз. Фух. Еще шаг вниз. Есть. Пам, пам. Еще раз, два. И пам, пам. Фух.
Смена. 3, 2, оп, оп. Есть. Не сдаемся. Еще. Пам. 4 раза. Фух. Угу. И раз. Пам, пам, пам. Стоп. Отлично. Встряхнули, отдохнули. И поехали вниз, наклоны. Вниз. Выдох. Вниз. Выдох. 4. 3. 2. Вспоминаем. 3 пружины. 3, 2, 1. Подготавливаемся. 3, 2, 1. Еще. И дальше мы уже знаем, что делать. Наклон, планка, вниз, вверх. Продолжаем. Также еще вниз. Фу. Отлично. 4 раза. 3. 2. Еще раз. И внизу. Стоп. Остались. Держимся. Стоим. Дышим. 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 4. 3. 2. Внимательно. Коснуться. Коснуться. Угу, продолжаем. Старайтесь не переваливаться сильно на бок. Корпус у вас почти на месте. И только касание. Вес тела переносите больше на ладони. Дышим. 4, 3, 2. Стоим. Держимся. Еще. Не сдаемся. Стоим. Стоим. 4, 3, 2. В середину. Стопы. В сторону, в середину, в сторону, в середину. Продолжаем. Еще, еще. Стоп. 4, 3, 2. Стоп. Прыжок вверх. Чуть выдохнули. И еще добиваем все это дело. Побежали. Легкий бег на месте сначала. Бег, бег, бег. Давай, давай, давай. Еще активнее, активнее. 4, 3, 2, захлёст. Дыши, дыши, дыши. Еще. 4, 3, 2, колено перед собой. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И финально. Оп. Лыжник. Еще, еще. Добиваем. 8, 7. Активно, активно, активно. 4, 3, 2. Стоп. Легенько. Переходим на бег, на шаг. И дышим. Вдох, выдох. Еще вдох. И выдох. Последний вдох. Выдох. Супер, молодцы, пьем воду, немного, берем коврик, стелим на пол и опускаемся вниз. Итак, я надеюсь, что вы уже внизу и постелили себе какую-то мягкую поверхность, коврик, либо полотенце, то, что у вас имеется дома. Давайте начинать. Мы медленно опускаемся вниз через круглую спину, сгибаем колени, руки уводим за голову и начинаем стандартное скручивание на пресс. Выдох, вдох, выдох, вдох. Продолжайте в таком же темпе. Обратите внимание на то, что вы должны поднимать корпус за счет мышц живота. Не тяните руками голову наверх, не нагружайте шею, вы работаете прессом. Продолжаем. Еще. Продолжаем. 4, 3, 2. Наверху. Стоп. Застыли. Руки вдоль туловища. И начинаем пружинить. 8, 7. Выше, выше. Еще 4, 3, 2. Стоп. Хорошо, отлично. Чувствуем, как горит живот. Все нормально, так и должно быть. И продолжаем. Наша задача сейчас затянуть локоть до колена. Выдох. Угу. Еще.
4, 3, 2 и сразу в темпе поехали. Дышим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Отдыхаем недолго и переворачиваемся снова в уже полюбившуюся нам планку. Стоим, держимся. Просто застыть. Опуститесь сейчас на локте. И наша задача — поднять правую руку вверх и повернуться боком. Стоим. Легкий вариант, вы можете опустить колено на пол. Если у вас все хорошо, стоим в таком положении. И самый сложный — стопы вместе. Держимся. 8, 7, 6, 5. Ровный корпус. 3, 2. Возвращаемся вниз, не падаем. Стоим. 4, 3, 2. И другая сторона также. Держимся. Еще. 3, 2. Возвращаемся в середину, не сдаемся. Держимся. 4, 3, 2. Колени в пол. Сели на пятки. Отдыхаем. Хорошо. Еще не все. Еще один подход. Переворачиваемся, опускаемся также вниз. Теперь мы сразу голени выводим вверх, параллель с полом. Проверьте, чтобы у вас не на себя колени были, а четко над тазом. И такие же скручивания на пресс. Еще выше, выше. 4, 3, 2. Наверху стоп, руки вдоль туловища, держимся. Максимально вверх. Еще 4, 3, 2. Фух. Отдыхаем. Хорошо, колени подтягиваем к себе, выпрямляем ноги и отрываем лопатки от коврика. И по очереди правая, левая нога вниз, вверх. В темпе старайтесь ниже опускать ноги, но не касаться пола. Еще чуть-чуть. 4, 3, 2. И наверху 2. Стоп. И медленно 2 ноги вниз и вверх. Снова вниз. Давай, давай, это сложно, но надо. Еще 2 раза. Добиваем. И 1. Хорошо согнуть, опустить, расслабиться. И это еще не все, у нас осталась последняя планка, поэтому вкладываем в нее все силы, которые остались. Она у нас просто статическая, мы просто стоим. Выравниваемся. Ладони параллельно плечам, плечи над ладонями, мышцы живота потянули, лопатки вместе. Взгляд ровно в пол и стоим, держимся, просто держимся. Не сдаемся, это еще не все. 4, 3, 2, отдыхаем. Отлично. И осталась самая приятная часть, это расслабиться и потянуть мышцы, над которыми мы сегодня поработали. Отсюда мы сейчас руками уходим вправо, вводим ладони. Потяните спину. Отлично, также влево. Хорошо, возвращаемся в середину, через круглую спину поднимаемся вверх, выталкиваем таз вперед, я повернусь к вам, мы шагаем правой ногой вперед, выталкиваем таз и наклон корпуса. Тянемся, восстанавливаем дыхание, глубоко дышим. 4, 3, 2. Хорошо. Левой рукой оттолкнуться от бедра и увести правую руку назад. Хорошо. Руки в пол. Выпрямляем правое колено, носок на себя. Здесь руки в сторону и под весом собственного тела потяните мышцы ног.
Три, два. Хорошо. Сгибаем колено, меняем ногу. Вытолкнуть таз, развести руки в сторону и наклон. Хорошо. Оттолкнуться рукой от бедра. Крутиться. Возвращаемся. Руки в пол, вес тела переносим назад, носок на себя. Полетели. Три. Два. Хорошо. Сгибаем колено, возвращаем и отдыхаем. Ну что, как вам тренировка? Я надеюсь, что вы пропотели так же, как и я, и сейчас чувствуете каждую часть вашего тела. Напишите свои ощущения в комментариях. И если вам понравилась тренировка, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. С вами была Юлиана. До новых встреч!